Всем привет, меня зовут Владимир, вы на канале My Digiseller. Здесь я рассказываю о том, как создать собственный интернет-магазин по продаже цифровых товаров и зарабатывать на этом. Цифровыми товарами является все, что можно передать покупателю мгновенно после оплаты. Это может быть какой-то код, например, код активации игры либо программы. Это может быть архив, в нем может содержаться книга, видеокурс, либо что-то другое. Все, что угодно можно упаковать в цифровой товар и продавать это с мгновенной доставкой покупателю. Это очень удобно как для продавца, так и для покупателя, так как покупателю не придется ждать, пока продавец ответит на сообщение, отправит ему товар, все это делается автоматически. В этом и следующих видео вы сможете узнать об этом подробно. Я специально для новичков, которые только узнали о данной сфере, которые только решили попробовать себя в этой сфере, я создал плейлист, где буду публиковать видео с пошаговыми инструкциями. Начиная с того, как зарегистрировать домен, купить хостинг, как все это связать в одно целое, установить туда интернет-магазин, потом раскручивать этот интернет-магазин, все действия, которые вам необходимо знать, будут рассказаны в этом плейлисте, поэтому подписывайтесь на мой канал и следите за выходом видео именно в этот плейлист. Туда я буду добавлять новые серии видеоуроков. Кроме этого, у меня есть email-рассылка, куда я рассылаю письма с видеоуроками, которые не выходят на моем канале, а созданы специально для моих подписчиков в закрытую группу на email. Поэтому подпишитесь и на email-рассылку, и на мой канал, чтобы не пропустить информацию. Если у вас есть какие-то личные вопросы касательно данного способа заработка, касательно создания интернет-магазинов, возможно, вы хотите заказать у меня интернет-магазин или создать индивидуальный интернет-магазин, то пишите мне ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Всем пока, приятного просмотра, обязательно смотрите следующее видео, там будет полезная информация. Пока!